Я мало кому об этом рассказывал. Я играю в футбол. Даже в этом году получилось побывать на чемпионате мира по футболу среди медиков. Играли с Бразилией даже. У бабушки в селе собирались все мои друзья, приезжали на летние каникулы, мы играли в футбол. Ворота делали на поле, где коровы пасутся. Мы ходили, просили, чтобы его убрали, потому что у нас матч футбольный. Было классно. Вот еще один интересный случай. Мои поклонники, оказывается, обо мне знают гораздо больше, чем я думал. А 33 это что? В сборную ваш номер, правильно? Вы знаете о моей сборной? Да? Откуда? Расследовал. Спасибо, классно вообще. Талисман у меня будет такой футбольный. И X-фактор, кстати. Добрый день. Добрый. Мы вот приехали помочь вашим подопечным. А что-то у вас в пакетиках? Еда. Еда. Всякая разная. Ну да. Да. Отлично. Видел людей, пенсионеров, которые действительно вот, нуждаются в этой помощи. Малоимущим. Мы все люди, в первую очередь. Вот. А потом уже артисты, не знаю, футболисты и так дальше. Хлеб возьмите. И должны друг друга поддерживать и помогать в трудную минуту. Это благородство, это порядочность, воспитание, культура, такт, этикет – это все о нем. Так за них переживаю всегда всех, Господи. Хоть как с кого-то самому выступать. Да. Ну, секрет Гладерая, его искреннее такое неподдельное недоумение, с которым он участвует в шоу. То есть закончится шоу X-Factor, мы не вспомним, кто такой Гладер. Уж не Пархоменко решать, кого забудут, а кого нет. Стремиться к тому, чтобы тебя все знали. Разве это цель? Стремиться к тому, чтобы дать людям какую-то веру в то, что будет все хорошо.